Всем привет! Продолжаем, значит, работать мы с миграциями. И в прошлый раз мы Flyway, да, коснулись, посмотрели какие-то, ну, по крайней мере, просто как может взаимодействовать. А сегодня мы сделаем нечто похожее, только Liquid Base рассмотрим. То есть вторую популярную вещь. Идем на официальный сайт Liquid Base и в документацию идем и вот смотрим, как все это примерно будет выглядеть. То есть мы будем писать некий XML. Вот почему XML, я хотел на YAML, но здесь you must include, бла-бла-бла, мне это не очень хочется добавлять еще дополнительные вещи. А интересно, если я JSON. А, и JSON тоже нужно. Короче, нужно дополнять дополнительные вещи. Не знаю, содержат они или нет. То есть Spring Boot содержит их или нет, не знаю. Поэтому будем писать на XML. Кто хочет, может попробовать. Окей, да и тут примеры в основном все на XML. И чтобы нам понятнее было, что да как. Окей. Ладно, давайте. Вот я... создал уже этого нашу модель, над которой мы будем экспериментировать. То есть мы ее сперва отобразим в этом базе данных, затем мы ее заполним, затем мы ее как-нибудь подправим. То же самое, что вот здесь вот сделали, только через другой инструмент. Напоминаю, что теперь нам нужно вот добавить библиотечку. Так, теперь идем в наши эти. Как их называют-то? Наши property. И давайте я явно, чтобы не иметь никаких проблем, на всякий случай. Может, есть проблемы, может, нет. Но я отключу Flyway. И сейчас и явно пропишу, что я включаю Liquid Base True. Явно напишу, чтобы было видно. Окей. Сделали. Liquid Base, в принципе, он работает точно таким же образом. То есть нам нужно указать место расположения наших файлов и создать этот XML файл. Можно даже явно прописать, вот, допустим, Spring, Liquid Base, то есть вот этот вот класс path. Класс-пас можно явно прописать. Там через яму. Ну, ух ты. Почему меня сюда кинуло? Значит, так, класс-пас. Ну, допустим, как там было? Дата. Changelog. Потом DB. То есть здесь создаются, скажем так, некие changelogи, в которых содержатся некие change-сеты. Changelog, мастер, то есть основной, в который мы подключим ради удобства дополнительные файлы. То есть, чтобы не городить один большой длинный файл, а создать вот как вот здесь вот множество маленьких. Но сейчас мы увидим. Так, давайте, теперь мне нужно создать соответствующую иерархию. Окей, сделали, да? Теперь сюда нам нужно прописать эти XML-ные библиотеки, да? Для этого мы идем на официальный сайт и changelog. И вот это вот дело копируем. Скопировали. Так-с. Что дальше нам нужно? Дальше нам нужно создать еще один файл. То есть это наш базовый файл, в который мы будем подключать наши конкретные решения, конкретные миграции. Так. Ну, db, tb, change, log,
Так, как они, как бы их назвать-то? Здесь есть какой-нибудь помощник? Как принято называть? Я ж не знаю, как принято называть. Мастер, понятно? Ладно, не знаю, как принято пока называть. Давайте я сделаю по-простому. Я буду, то есть DB, ChangeLog, и здесь я создам, например, не Pwn, а Monster. Monster. Ну и можно версию, например, 001 и XML. Так. Здесь нам нужно опять вот этот... Так, вот этот ChangeLog подключить. Ага. И здесь мы будем описывать наши чейнсеты. То есть непосредственно список изменений. Так, где чейнсет? Вот. То есть вот это писать мы будем. Alter table. Ладно, давайте напишем что-нибудь. А мы сперва... Мы же монстра описываем. Ну, давайте, поехали. Change set. Ага. Здесь нам нужно указать обязательно ID. Видите, это require, да? И author require. Ну, допустим, я Дима введу. То есть это минимум какой-то. Дальше что я хочу делать? Я хочу create table. А у любого table, вот видите, table name required. Какой у нас? Monster. И теперь нам нужно описать колонки. Значит, column. Какой у меня column? Name, ID. Что это такое? Какой тип? Тип у меня big int, потому что у меня это long. Big int. Я пишу, напоминаю, на MySQL, поэтому у меня begint. Auto-increment true ставим. И внутри мы еще опишем некие constraints. Constraints, primary key true и nullable fails. Так. Напомню себе, что еще там было. Name, age, power. Значит, column опять. Name, type. Var char. 255 стандартная. Так, здесь у меня int. Age power. Ну, собственно, вот можно запускать и смотреть, как у нас создается таблица. Давайте сделаем это. Забыл самое это главное сказать, что мне нужно теперь include сделать. Include, то есть чего ради я это файл. Так. Мне идея не подсказывает. Значит, db. Так, db. ChangeLog. Monster. 0.0.1 XML. Ну, так как у нас одной папки, по идее, должно сработать. Если нет, то подправим. Полный путь укажу. Все-таки полный путь пришлось указать. Окей, подправил я это дело. Теперь смотрим нашу базу данных. Нашу базу данных обновляем. О, много всего добавилось. Но самое главное, у нас появился монстр. Монстр. Вот пока все пусто. Теперь давайте сделаем точно такие же изменения, которые мы делали в прошлый раз. Что мы хотим сделать? Мы хотим теперь... какие-то дефолтные значения добавить. Значит, нам нужно еще одно множество изменений, еще один change set.
Здесь ID нужно опять указать. Ага, читается вроде как сверху вниз. Сверху вниз у нас все это будет выполняться. Здесь видите run transaction, можно true, правда это по дефолтное поведение. Обязательно еще author, ну допустим снова Дима. Окей, теперь что я хочу сделать? Я хочу вставить в таблицу monster пару значений. Значит, insert. Insert, куда я хочу? Table name. Monster. Table monster. И какие мне нужны колоночки. Name. Какие колонки я хочу добавить? Name. Value. И, допустим, Дима. Так. 22. Age. Power. Ну, давайте еще одно значение я вставлю. Так. Monster. Eugene. 20. Ну и все. Напоминаю, это механизм транзакций. Соответственно, вот это вот уже есть слепок того, что вот это уже выполнилось когда-то. Будет выполняться теперь только вот это. Ну, давайте запустим, проверим. Ну и, собственно, по логированию мы видим, что у нас все произошло удачно. Ну, давайте заглянем. Заглянем. И вуаля, вот все хорошо. Такс. Ну, собственно, это в один практически, просто другой механизм используется пока. Я имею в виду в сравнении с FlyWay'ем. Давайте еще один чинсет введем и закруглимся на этом. Просто как первое легкое касание. Первое легкое... А, пускай будет 33, какая разница. Значит, нам обязательно нужно указать author Дима. Дыма. И я еще покажу, что можно писать прямой SQL код. Прямой SQL код. Давайте я удалю, я дропну. Вот как вот это здесь я дропал ER, только я сейчас дропну какое-нибудь другое поле. Давайте я H удалю. Так. И H. Так. Monster. То есть здесь я написал стандартный SQL-код. SQL-код. Так, монстр, да, я закомментировал, отлично. Ну, все, давайте снова я перезапускаю и смотрю, что у меня все замечательно. Удалилась колонка. Ну и, собственно, вот удалилась колонка, связанная с Sage'ем. Так, здесь у нас как все это дело представлено. О, непонятно, что такое. Так, это у меня. Угу. И вот здесь тоже каким-то образом все это зашифровано. И описание есть. Окей. Ладненько. Close all. Так, роллбеки. Как у нас делаются роллбеки? How rollback is controlled. Просто роллбек. Давайте я просто попробую ради интереса. Интересно. Так. Rollback drop. Или конкретно. SQL rollback. Rollback.
Ладно, смысл в том, что здесь есть механизм роллбеков. Посмотрите сами, попробуйте самостоятельно. Попробуйте самостоятельно. Ну, собственно, на этом я предлагаю закончить. То есть здесь все очень-очень похоже на Liquid Base. Просто немного синтаксис отличается и немного есть свои заморочки. Ну и XML-ная вещь присутствует, да? Но можно миксовать с этим, как мы видим, с SQL. То есть здесь мы явно указали путь. Это наш основной файл, в который мы включаем наши конкретные файлы. Что, в принципе, ну так лучше делать, по идее. Чтобы не городить все в одном месте. А в отдельных файлах мы создаем, то есть, наши change-сеты, то есть множество изменений, которые мы хотим непосредственно применить к базе данных. Читается это у нас сверху вниз. Каждое изменение в транзакционном режиме производится. Ну и, собственно, читаем документацию. Примеры здесь, в принципе, хорошие. Есть какие-то еще прикондишены. То есть, update от состояния базы данных. Можно выполнять. Оу. Это интересно. Это, кстати, более гибкая получается вещь, чем, по крайней мере, на первый взгляд, чем Flyway. Хотя, возможно, в Flyway тоже есть какие-нибудь фишки. Но, то есть, здесь можно какие-то дополнительные условия вставить, чтобы какое-то изменение осуществлялось. Ладно, хватит. Изучаем Spring. See you next time.